Продолжаем наши уроки по судоку. И сегодня мы еще больше усложним нашу задачу 4 на 4. Если в первом случае у нас была первая линия, одна линия неизвестная и однокрайная, то теперь мы два неизвестных здесь оставляем и всю линию последнюю. Так, ну я думаю, начнем с этих, да? Абла, что здесь будет? Ну-ка, посмотри. Здесь? Да. Треугольник. Так, молодец. То есть методом исключения фигурки и по цветам, по фигуркам, по цветам Абла легко определил, что не хватает. Так, так здесь что не хватает? Здесь кружочек. Кружочек, правильно. Треугольник, квадрат, палочка и кружочек. Давай. Так, теперь что здесь не хватает? Еще вот там не хватает палочка. Палочки не хватает, правильно. Так. Молодец. Давай. Тебе здесь что не хватает? Не хватает. Кружочек. Кружочек, правильно. Какого цвета? Коричневый. Коричневый. Так. Молодец. Так, теперь дальше что не хватает? Не хватает. Треугольник. Правильно. Молодец. Я рад. Эй, возьми правильно, красиво. Красиво возьми. Ага. Молодец. Так. И последним чего не хватает? Квадрат. Квадрат красного цвета, да? Да, открой. Тогда быстро носим квадрат. Вот и все. Так что давайте подписывайтесь на наш канал. Наш канал. Да. И дальше мы еще покажем вам уроки по судоку.